В северных районах Якутии продолжают подсчитывать ущерб. Пока в Минсельхозе региона обсуждают и решают, как поддержать пострадавшие от стихии муниципалитеты, на местах ведут работу по уборке снега и выясняют, какие последствия после себя оставила метель. Как с этим обстоят дела в Зырянке, расскажет Наталья Ломанова. После объявления в Зырянке чрезвычайной ситуации из-за метели с ураганным ветром прошло немногим больше недели. Снега выпало столько, что его уборка и вывоз за пределы поселка происходят до сих пор. Мы работаем с 27 октября. Заключили договор с администрацией на вывоз 8000 кубов снежного покрова, который нападал за эту аномальную осень. На данный момент вывезли около 4000. Сработают один погрузчик, два автомобиля. В день автомобиль делает от 18 до 23 рейсов. У нас осталось буквально три улицы вывести в поселке. И потом можно приступить к дворовым территориям. Техники не хватает. Например, работает всего один погрузчик. Больше в Зырянке подобных машин просто не существует. Поэтому расчистка поселка идет не так быстро, как хотелось бы. Общий ущерб от непогоды составляет немалую сумму. По предварительным подсчетам, ущерб составляет около 5 миллионов. Сейчас полным ходом идет подготовка документов для предоставления их в республику. Надеемся, что нам эти средства возместят. Основные ущербы — это у нас крыши, очистка дорог, и там по мелочи. На данный момент поселок почти оправился от последствий погодного катаклизма. Но осадки продолжаются, хоть и без большого ветра, и только что почищенные дороги сразу же покрываются слоем рыхлого и сырого снега. Местный аэропорт работает с длительными перебоями. Из-за аномальной теплой погоды ртутный столбик на градуснике не опускается ниже минус 10. До сих пор официально закрыт пешеходный переход через реку Ясачную. Только к концу недели, по прогнозам, температура воздуха должна опуститься до ноябрьской нормы, ниже 20 градусов мороза. Наталья Ломанова, Александр Данилова, ВК «Саха», Зырянка.